вот сука! Блять, прям в глаз. Ну хватит уже, оденься. И кто сказал, что нельзя одновременно отбывать наказание и принимать солнечные ванны? Блин, гадость. Так, загрузите все это дерьмо в контейнер. А повежливее нельзя? Загрузите все это дерьмо в контейнер. Пожалуйста. Мне вот интересно, этот человек хоть когда-нибудь относится к работе всерьез? Я на все 100 предан идее вашей реабилитации. Каждую свободную минуту только об этом и думаю. Куда это вы собрались? За кофе с пирожным. Самодовольный кретин. Новенький не должен ничего узнать о наших способностях. А что, если все-таки узнает? Мы его убьем. Я пошутил. Ах, ты теперь шутки шутишь. Я прошу прощения. Выпал, значит, из своей ракушки-психушки. Молодец, флаг тебе в руки. Но запомни раз и навсегда. Шутки тут шучу я. Да это просто кто-то прикалывается. Вломить бы этому кому-то. Не надо никому вламывать. Для нее это все равно, что поздороваться. Это что, типа наезд? Нет. Извини, я тут просто... Да брось! Только не говори, что если бы я стоял тут раком в милых трусишках, ты бы отказал себе в удовольствии попялиться. А ну отвали, извращенец! Как скажешь, но ты бы не отказалась. Кто рано встает, тому Бог кучу денег дает. Член что надо, друг. Отъебись. Никакого больше бесплатного пива! Урод. Из-за тебя нас обоих уволят. А ты что, всю жизнь собрался горбатиться в сраной забегаловке? Нет. Ну, значит, я тебе услугу оказываю. Повторите. Так, давай за самый кончик. О, не так резко. Притормози. О, вот чертовка. Не спеши ты так. Вот, а теперь давай, наяривай. О, да. Да. Нейтан? Нравится, да? Засранка такая. Он живой. Пап, салют. Это сын твой, Нейтан. Тут вот какое дело. Ко мне сегодня заявился мой братец. А ведь у меня нет братьев. Кто он тогда такой? Брат мой, что ли? Какого хуя вообще? Оу, ништяк! Какие планы на вечер? Собиралась татуху подновить. Больно, наверное. Может, пойти с тобой за ручку подержать? Валяй. Эти двое вместе? Только после китайской Пасхи. И за что ты сюда загремел? За акт вандализма на электростанции, которая на угле работает. Такой вот протест против эмиссии углекислого газа. Видели бы вы ваши рожи. Просто блеск.
Я же, блин, бессмертный. Я не должен бургеры жарить. Я должен их лопать. Огромные такие, с голову величиной. А ведь еще мы можем придумать себе всякие кульные супергеройские клички. Капитан Неуязвимый. Мистер Задом Наперед. Идиотская кличка. Невидимый пиздюк. А почему я невидимый пиздюк? Уж такой есть, смирись. Трусики мои у тебя? Поглазить решил? Я б не прочь. Как-никак Рождество на носу. Бессмертие — лидер хит-парада суперсил. Ты тупой дрочила! Ай, да хорош меня бить! Я думала, ты умер! Я боялся, что больше ее не увижу. Раз ты не мертвый, чего от тебя так несет? Отложил личинку прям в штаны. Фу, ты правда, что ли, там дрочил? А что такого? Парню в собственном гробу уже и передернуть нельзя. Я ж гостей вроде не ждал.